Одесская полиция начала проверку общественного транспорта на готовность к зимнему периоду. В частности, полицейские проверят техническое состояние маршруток и наличие необходимого обслуживающего персонала в гаражах и местах стоянок автобусов. Мы знаем, что может быть випадки, коли її пробувають колеса, і може бути перерізана гальмівна система. Усі автобуси мають зберігатися, наголошую, в автопарках на місцях своєї дислокації. Ми закупили в этом году дополнительную технику, которая позволяет нам вести снегоуборочные работы. Кроме того, мы традиционно будем проводить совещания с перевозчиками для того, чтобы физически, и в том числе, наверное, с выездом полиции, посмотреть, соответствует ли документальное заявление и заверение в готовности подвижного состава фактическим обстоятельствам. То есть мы планируем сделать такие выезды и обследования непосредственно в гаражах предприятий. Кроме того, перевозчикам поручено подготовить весь подвижной состав и проверить эффективную работу печек для обогрева. Помимо технических проверок, в полиции также хотят запретить посадку и высадку пассажиров маршруток вне остановок. На сегодняшний день штраф за подобное нарушение составляет 250 гривен.